Full Contact – самый многочисленный раздел кикбоксинга в нашем регионе, поэтому и неудивительно, что количество участников здесь всегда большое. Мы уже много лет сюда ездим. Чемпионат области, как правило, проходит в этом зале. Все хорошо, никаких проблем ни с судейством, ни с проживанием у нас нет. Уровень растет каждый год, потому что тренера работают, дети приходят в зал, соответственно, и уровень растет тоже. Чем больше спортсменов, тем больше выбор, как говорится, есть кого выбрать. А поскольку соревнования проходят в Полевском, да и наши спортсмены флагманы не только сборной области, но и России, то и традиционно наша команда самая многочисленная. На этот раз в ее составе было 29 бойцов. Ну, у нас здесь лидеры команды боксируют, и Анжела Хакимзянова, и Князев Андрей, Морозов Георгий. Ну и средняя группа 12-13 лет, которых мы только начинаем вести, вот уже второй-третий год. Шансы хорошие, шансы есть, будем сражаться. Соревнования проходили в четырех возрастных группах, начиная с 11-летних юношей и заканчивая 18-летними юниорами. И хотя финальные поединки проходили во второй день соревнований, в первый день первенства области тоже было на что посмотреть. Без исключения все бои, что предварительной стадии, что полуфиналов, проходили ярко и зрелищно. Бойцы оставляли все силы на ринге ради победы. Как правило, самые сложные бои, они первые, потому что ребята волнуются, ребята настраиваются. Ну, ринг покажет. Каждому сопернику нужен свой подход. Поэтому у бойцов перед поединками проходит кропотливая работа по подготовке. И при должном отношении она приносит свои плоды в виде победы. В первом раунде пристрелялся, а во втором начал по печени пробивать. И вертушку попал, начали счет дать. Ну, счет дали. После этого понял, что он начал бояться, и все. Начал подавливать, и все. В итоге полевчане выступили очень успешно, завоевав по 9 медалей каждого достоинства. Такое выступление ребят стало настоящим подарком для своего тренера Игоря Кулбаева, отмечавшего в день финальных поединков свой день рождения. По результатам соревнований сильнейшие спортсмены прошли отбор в сборную Свердловской области и отправятся в Челябинск на межрегиональный этап. Пожелаем им удачи. Максим Исаенко, Алексей Карипанов, новости 11 канала.